Таншевцев с праздником поздравляет Кавинов Артем Александрович, министр социальной политики Нижегородской области. Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья. Позвольте мне от имени губернатора Нижегородской области, от правительства поздравить вас с этим чудесным, светлым и солнечным, как показывает сегодня день, праздником. Ну и, конечно, в предюбилейный год, о котором мы уже сегодня говорили, пожелать в первую очередь, конечно, благополучия всему вашему благодатному краю, такой частичке России, частичке нашей северной Нижегородской глубинки. Ну и, конечно, каждому жителю, и зрелому, которых здесь достаточно много, и совсем юных, которых вот я здесь тоже вижу очень-очень много. С праздником, Таншаева!